На протяжении многих лет городские и районные газеты «Знамя труда» и «Альмет Таннары» остаются надежными источниками информации для жителей Альметьевска и сельских населенных пунктов. Корреспонденты этих печатных изданий всегда держат руку на пульсе времени и рассказывают обо всех значимых событиях. Куча событий городских, знать все новости. Ну и, конечно, если когда-то есть возможность участвовать в мероприятиях. Сегодня коллективы двух газет решили встретиться с теми, для кого они работают. Ведь обычно альметьевцы выписывают необходимые им печатные издания на почте, а журналистам и читателям есть что сказать друг другу. И, конечно, поделиться хорошим настроением и мудрыми жизненными советами. Подписная кампания для наших читателей теперь становится настоящим праздником, и наши газеты делают все для того, чтобы это осуществилось. Праздник удался. Здесь можно было не только подписаться на газеты, но и принять участие в разных мастер-классах по кулинарии или по изготовлению подарков и букетов. Также все желающие смогли измерить давление и даже сыграть в интеллектуальные игры. Радик Рахимов, Ольга Степанова, Марина Юрина, Альметьевск ТВ.